тут идем. Плоскостопие, у меня параллельное и. Кириллу купили башмаки. Ой, какая туча, я тучу хотела снять. Вот туча какая. Но будем надеяться, дождя не будет. Сетёжка такая. Да, вот. Ну, слава богу. Красивые башмачки. У тебя-то башмаки, тебе же тоже они нормально были. Что ты говоришь? Нормально, там есть растяжитель, у меня просто сейчас денег мало. Капнуло на нас. При чем тут растяжитель? Тебе они как раз были. Да, да. Ну, а почему они малые? Не малые, а просто натирает в одном месте, у меня палец больной. Она сказала, вот это там 390, но у меня сейчас мало. Я, когда у меня будет зарплата наконец-то, я куда-то схожу. А что ты фотографировал для чего? Да я не фотографирую, я записываю на видео. Для как для чего? Для поддержки канала на Ютубе. Им каждый день, если скидываешь видяшечку, они пишут комментарии. Как туалетной бумагой в туалете пользуются? Не снимаете еще? Да, нет? Вот странно, как надо снять, да? Это для Сереги Львова идея. Я да, такие дела не снимаю. Да, знаешь, как говорят? Не, это на палец. Не рекомендуется повторное использование изделия, слышали мы это, да. Это у него на двери висит. Инструкция по использованию туалетной бумаги. Да. Не, это просто событие. Видишь, как все красиво. Там, не знаю, снимаю жизнь называется. Это блогеры, они снимают всю жизнь. Да, вот у нас тут люди такие хорошие, мы их тут снимаем. Ну, всех снимаем.